Всех приветствую, подписчики и гости канала. Сегодня поговорим про 5 лучших кредитных карт 2023 года. Поговорим про их преимущества. А также смотри видео внимательно, ведь у каждой карты из видео есть своя уникальная особенность. Ренессанс Банк предлагает лучшую кредитную карту на 2023 год. Ты можешь с ней покупать вещи и не платить проценты целых 2 года, если это твоя первая покупка. Это значит, что если ты купишь что-то в первый месяц, то на это не будут брать деньги за проценты сразу, а только через 2 года. А еще, если потом будешь покупать еще, у тебя будет даже 25 дней, чтобы заплатить за это. Это как дополнительный подарок. Такую карту лучше использовать, когда у тебя много денег уходит на большие покупки, например, на отдых, лечение или новую технику. А если ты хочешь сэкономить, то можно оставить свои деньги на специальном счету и получать проценты, пока пользуешься картой. Эту и остальные карты из видео с дополнительными привилегиями вы можете оформить по ссылке в описании, либо же в комментарии. Одна из лучших кредитных карт от Тинькофф. Когда покупаешь с ней, начисляются особые баллы, которые потом можно обменять на подарки или оплатить услуги. Даже переводы до 50 тысяч рублей делаются без комиссии, если пользоваться их мобильным приложением. И здесь есть также льготный период. Он длится до 55 дней. А еще раз в год можно погасить кредит в другом банке без процентов в течение 120 дней. Данная функция называется перевод баланса. В магазинах-партнерах можно получить товары в рассрочку до 12 месяцев без процентов. Если у тебя еще не было такой карточки, ты можешь получить 12 месяцев подписки на что-то бесплатно. У этой карты также есть вечное бесплатное обслуживание, которое вы можете получить за оформление по ссылке в описании, либо же в комментарии. ВТБ предоставляет бесплатную карту возможностей с интересными бонусами. В первые 30 календарных дней действует кэшбэк 20% на все покупки до максимума 2000 рублей. Переводы на карты других банков до 100 тысяч рублей и снятие наличных осуществляются без комиссии и процентов в течение первых 30 дней после заключения договора. Льготный период первых 200 дней – 6 месяцев, плюс 20 дней для погашения задолженности, затем еще 110 дней. Вы можете получить все эти бонусы, оформив карту по ссылке в описании. Кредитка начисляет кэшбэк 2% в супермаркетах, кафе и ресторанах, в транспорте и такси. Кэшбэк начисляется баллами программы «Мультибонус», которые вы можете обменять на рубли или потратить на товары и услуги из каталога программы и электронные подарочные сертификаты. Оформив кредитку Росбанка 120 по ссылке в комментарии, вы можете получить привлекательные бонусы. Потратив от 6000 рублей на маркетплейсах Озон, Wildberries или Яндекс до 31 июля, вы получите от банка 3000 рублей до 31 августа. Это предложение действует для клиентов, у которых на 1 июля не было ни одного открытого текущего счета в банке. Основное преимущество карты заключается в возможности снятия наличных и переводов на карту всего кредитного лимита без комиссии и процентов на постоянной основе. Льготный период составляет до 120 дней. По кредитке начисляется кэшбэк деньгами 3% в одной выбранной категории и 1% за остальные покупки с лимитом 10 тысяч рублей в месяц. Выпуск карты стоит 1800 рублей, но обслуживание бесплатно. Альфа-банк предлагает выгодные кредиты, начисляя повышенный кэшбэк в 4 или 3 категориях по 5% и 1% на остальные покупки. Также доступен супер-кэшбэк с дополнительной категорией повышенного кэшбэка до 100%. Лимит кэшбэка составляет 5000 рублей в месяц. В первые 30 дней с момента заключения договора действует беспроцентный период на покупки, затем льготный период 60 дней. Новые карты позволяют бесплатно снимать до 50 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах и использовать льготный период. На этом наш рейтинг из 5 лучших кредитных карт закончен. Просим подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выгодных финансовых продуктов. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.